Решили поехать посмотреть на павлинов. Вот это выезд солнечного, территории Солнечного берега. Вот. Сколько туда километров, я не помню. Сейчас будем выезжать на объездную трассу. Вот, кстати, этот магазин Меркурий, про который у нас снято несколько видео. Туда не поедем, папа. Да, мы сейчас туда не пойдем, нам он здесь не нужен. Вот. Сейчас поедем смотреть на павлинов. В том году были, нам понравилось, там даже павлины некоторые распушали хвостики. Да, там еще есть качельки. И там еще какая-то это, кто там скакал? Олень. Олененок был маленький, да? Ну, семья оленей. Да, семейство оленей было. В этом году там, наверное, уже не олененок. Вот, сейчас посмотрим, расскажем, сколько это стоит. Вот. Сейчас выйдем на объездную дорогу вокруг Солнечного берега и покажу, где надо поворачивать в сторону этого оленя. Этого, не знаю как, мини-зоопарк. Вот выезд на объездную дорогу. И как всегда тут пробка, потому что дальше там какой-то нерегулируемый перекресток. Папа, вещи пристегнули. Чего? Вещи пристегнули. Пристегнуты. Я пристегнулся, вот смотри, вот видишь ремешок упа. Вот я пристегнулся, и мама пристегнулась. Выезжаем на дорогу. И будем, не знаю, тут километров, наверное, 20 ехать со скоростью черепашек. Просто очень-очень медленно. Они все едут очень медленно. Не превышают. Потому что это очень страшно. Единицы, конечно, гонят как сумасшедшие. Но таких очень-очень мало. То, что здесь нагнали полицейских. И периодически они устраивают рейды. Понавесили несколько камер, но мой антирадар из всех тут штук 10, наверное, было, сработал один или два раза всего. То есть это очередная армия муляжей. Ну все. Теперь 20 километров, полчаса, будем ехать. А теперь впереди, но правда не наводится слишком солнечно. Идеально. У нас будет через 200 метров кожаное царство бутик, продажа всяких меховых изделий. Не знаю, покупают ли это здесь в Болгарии. Идеально. Но я думаю, раз они уже стоят здесь больше года. Вот, наверх смотри. То, наверное, имеет смысл. Ну, смотри, какое огромное здание. Ну, оно уже с самого начала тут такое большое. Вот, смотри, в окошко видела? Это воздушный змей. Какой хвост у него длинный. Вот это здание. Эксклюзив написано. Пока, значит, пока. Блёнки, шубы, меха. И там рядом продавали еще воздушных змей. Заехали на заправку Лукойл заправиться. В Болгарии сеть Лукойла очень развита. И здесь вот также есть и масла. Все те же самые, что и у нас. Все то же самое. Все то же самое. Ну, под другими названиями немножко. Но так все то же самое. Весь тот же Лукойл. Я думал, что здесь масел не будет. Заправился на заправке. 68 литров влезло. Сейчас снимал видео про то, что у них есть масло. Подошел ко мне дяденька и сказал: ай-яй-яй, снимать у нас нельзя. У них там даже какие-то таблички типа наклеены, что ай-яй-яй. Вот. В общем, короче, меня поругали. Я решил с ним не спорить. Сказал: хорошо, все равно я уже все снял. Вот, в итоге мы заправились. Почти полный бак получилось. 68 было. Mm-hmm. А у меня полный бак 72. Ну, наверное, там, как всегда, с горкой сейчас. Долгое время. Он просто так стоит. Да, он ждал.
а так ехал чуть-чуть. Да! Мы поехали дальше. К павлинам. Сразу после заправки Лукойла надо было съездить, повернуть направо и выехать вот в такое вот, грубо говоря, чистое поле. На Каблешково. На Каблешково поворот. А ты и ехать. Опять кукурузы нигде нет, я бы надергала. Нигде нет кукурузки. Ай-яй-яй, арбузиков не хочешь надергать? Нет. А подсолнух еще, наверное, рад. А нам нож нужен для подсолнуха. Я дома выложу. Надо сюда положить. Да, мы же купили, Кисюнечка, тебе кукурузки. Мама ее сварит, будем кушать кукурузки. Вот подсолнухи слева. Еще маленькие. Это я тебе говорю. Папа приедет, поедем на поле, надергаем кукурузы. Она думала, нет, давай лучше пойдем купим. Вот сразу видно, цивилизация. А он еще продает. Картошку продает свою. Вот заправка Шелла. И по идее здесь да, вот, надо повернуть вот направо. Вот здесь вот на углу написано Зубургас. Бабахи, бабухи. Вот. Едем прямо. Найти их не очень легко, сразу скажу. То есть вот по этой дороге надо будет ехать прямо. Запомните, ориентир поворота направо – это заправка Шелла. Они как-то слишком замаскировались для туристического места. Тут, по идее, должны понаставить больших указателей вам сюда, обязательно сюда или едьте сюда, но, к сожалению, ничего подобного нету. Первый раз мы ее просто чудом нашли. Когда первый раз сюда приезжали в том году. Вот. Ну, теперь у нас будет это видео тоже как инструкция. И мы сможем спокойно найти это еще раз, если вдруг захотим вернуться. Мне кажется, автобус едет примерно туда же. То есть у нас есть вероятность попасть на экскурсию. Потому что к диким туристам они относятся так, странно, посредственно, я бы сказал. Ну, приехали, ну, хорошо, нате вам билетики и все, топайте. Сами по себе, не особо ничего не показывают, не рассказывают. Заинтересованы в таких, ну, не очень. Видимо, это все-таки создано для групп. Ну, сейчас самое главное не проехать. Потому что первый раз мы проехали, потом вернулись. В общем, пришлось поискать. В том году очень уж хотелось что-нибудь найти интересное. Потому что все-таки Болгария это больше такой отдых попа кверху. Море, песочек, песочек, море, море, песочек. А я люблю немножко, иногда активный отдых. Вот, едем за этим автобусом. Кисик, не спи, мы уже приехали. Вот смотри, там уже ферму видно. Вон там она, вон слева. Вот. И вот где-то вот здесь будет сейчас поворот налево. Вот. Вот с левой стороны, не проскочите. Вот такой вот супер указатель. Вот. Поворот налево. Они также продают всякие там фрукты, овощи. Вот мы повернули налево, едем по этой дорожке вглубь. По доброй воле, наверное, сюда никто и сам не заезжает. Вот. И вот здесь вот такая импровизированная парковка. В прошлый раз мы приезжали, здесь тоже были машины. То есть сюда, конечно, приезжают, но только те, кто знает, где это. Теперь и вы знаете, где это. Все, пойдем изучать местную флору и фауну. Вот так вот выглядит вход. Вот. Работает до полдевятого работает. С собаками сюда почему-то нельзя. Вот у них расписание. Вот цена. Для взрослых 5, для деца 3.
Сейчас нам дадут билетики, и мы пойдем смотреть. Так. Новая хитрость. Это билетики 5 и 3. То есть в каждом билетике по одному леву депозит. То есть на 3 лева можно еще что-то купить в баре. Не можно, а нужно. Нужно купить. Можно этот перышко купить. Оно, по-моему, как раз 3 левые стоит. По-моему, 5. Ну, в общем, на 3 лева можно что-то еще купить. О, павлинчики беленькие. А вон еще. Да. Вон, смотри, на жердочке сидит. О, пришел. Интересно, что это здесь такое? Вот такой вот красавец. Я думаю, время кормления, думаешь? А, один лев стоит. Вот тебе на что можно тратить. Вот, смотрите. Я вон, смотри, внизу самом. Вот, можно купить корм, чем покормить этих птичек. Сорокодушки? Только нет. Пальчиками их трогать нельзя, кисюнчик. Смотри, какие у них перышки на голове. Тут где-то красивые были, вон, смотри, белый с синим. Я его почти не вижу. Красивый. Вот, а здесь у нас... Ой, смотри, обычные попугайчики, кареллы. Карелла, смотри, сколько попугайчиков. Чирик-чирик, чирик-чирик. Ой, армия мигрирующих попугайчиков. А вот здесь, смотри, какой красивый. Что ты мне показываешь? Есть давай. Сейчас клюнь. Вы чтобы карточку что это? Одно дело. Несуйте сюда карточки. А вон, смотри, вообще эти обычные. Ой, смотри, вон хвост. Подранный. А вот у нас один распушил остатки хвоста. Один павлин распушил остатки хвоста. Вон. Кто? Где малыши? Ты смотри, распушил хвост. Лучше бы не распушал. Весь не видно. Уже. К сожалению, не видно. Слишком далеко. Пойдем смотреть. А это малыши чьи? Думаешь, а вот Деца. Деца. Вот так вот выглядят маленькие павлинчики. Пришел к нам большой красавчик. Во. Смотрите какой. Желтыми. Не знаю, щеками. Щекастик, что пришел? А вон маленькие павлинчики. Это какие-то голуби непонятные. О. Сейчас он нам что-то скажет. А у них у всех. Они о чем-то, наверное, говорят, только мы с вами не слышим. Конечно, количество павлинов здесь хорошее. Ой, какой красавчик. Красавчик, распусти перья. Вот смотрите, какой красивый. О, а этот спит. Еще мелочь. 1-3 месяца павлинья мелочь. Вон, тут маленькие спрятались тенечки. Правда, это на курочек больше похоже. А? Попугайчики здесь. Армия попугайчиков.
О, еще один красавчик. Привет, красавчик. Мне кажется, они в Москва-реке искупались. У них у всех такой зеленый, синий оттенок. Вот еще армия красавцев. Посмотри, у них у всех мелкие перья, большие поводьи органы. Да, туристическая называется. Туристическая линька. А что, каждое перо по 5 левов? Тоже неплохо. А вон кролики, побежали к кроликам. Ой, какой там белый красивый. Смотри, какие он перья. Он, видишь, там вот на той стороне, сквозь домики. О, а вот смотри, какой красивый мой. Красавчик, привет. Вот такой красавчик. Опять же напоминаю, можно кормить. Один стаканчик стоит один лев. Вот это какие-то гети. Ты можешь купить. Ой, какие кролики. Мне кажется, они из Чернобыля. Нет, Кисик, их нельзя какие трогать, красивые. Потому что они будут пытаться съесть твой пальчик. Какие-то странные кролики. Очень они красивые. На пуму похожи. Эти, как это, мишки называются? Панды. На панды похожи. Кролика-панды. А я сегодня кролика готовила. Да, и одного из вас можно забрать и съесть. Пойдемте со мной. Да. Я знаю, как вас готовить. Мне кажется, вот такого кролика мы долго будем есть. Они какие-то меховые. Да ладно, там жир такой. А это на девочку похоже, вон та дальняя. У нее какие-то уши. Вот такие аппетитные кролики. Слушай, а классные кролики. А давай сфоткай Еву с кроликами. Да, еще бы вот такие кролики. Повернись к маме. Вот сюда вот. Сади. А я тебя сверху сфотографирую, они тебя не тронут, не бойся. Нет. Вот такие вот красивые кролики. Тут еще павлины. Ну, конечно, кролики меня это поразили. Очень красивые кролики. Вот тут бар, где можно поменять... На 3 лева. О. Кися. Охотница. Пойдем в сторону качелек. О. Также здесь есть красные рыбки и белые рыбки. Есть утки. Смотри, вон это искусственные утки. Я думал настоящие. А это искусственные утки. Рыбки настоящие. О, мишка. Они здесь что ли возят? Кого? В закрытой клетке, напомню. Я не знаю. Потому что, ну, вот это внутри что-то спрятано. Ну все. Все, ребенок нашел то, ради чего пришел. Наш кисик пришел сюда ради качелек. Пойдем кататься временно на качельках. К нам приближали два олененка. Вот. Они едят травку. Да. Жадные оленята. И какой горох. Маленькие два олененка. На, вот зелененькую ему дай. Ой. Так, вот надо прикрывать, когда чихаешь. Подавился олененок. У них там, смотри, даже травы нет, наверное. Все съели. Все сухое. Оленята, привет. А где ваши папа, мама? Какие у них глаза большие? Мама, а чё вы ушли? Кисик, а ты чё убежала? Не будешь кормить больше оленят? А кисик на качельках. Ты думаешь, им это можно? Колючки.
А, вкусные какие колючки. Ай, мои колючки, отдай колючки. Хватит Нет. чихать у меня. Какая прелесть. А капуца, смотри, какие. А где папа лежит? Там. Вон лежит. Разморила папу. О, и папа чихает. Кисюнечка, а ты куда бегала? Она, мне кажется, персик пришла. Нет? А? Мне кажется, она персик пришла. Кисюнечка, ты куда бегала? А еще здесь лежит папа олень. Наблюдает за ними. Но он какой-то очень тощий, мам. Мне кажется, он болеет. Вот, видите, очень тощий папа олень с рогами. Папа олень, ты чё лежишь? Да. Привет, привет, привет. Привет, мухи заели, да, и блохи. О, папа олень поднял голову. Мне кажется, им очень-очень жарко, мам. Ой, а там еще курочка, этот, индюк. Вон еще индюк. Что надо сделать? Сейчас, кисюнчик. А люди здесь ходят. Ну, в основном местные. Мам, хватит их колючками кормить. Ну почему колючки? Тут цветочки. Мам. Ну что? Ты бы хотела, чтобы твоего персика кто-то чем-то кормил. Ну посмотри, у них вообще нет зеленой травки, жалко. А он, смотри, малюсенький еще. Или такой. Баран там ходит. Это барашек, я думаю. Потому что, видишь, олень хочешь? Он там, видишь, баран лежит. С рогами. Вон барашек спрятался в тенечке. Баран, вернее, большой. А маленький барашек здесь. Еще без рожек даже. Может, это корова, смотри, не вынь, не? А? Может, покушать? Ай. Ага, тебя тоже блохи уже атакуют. Давай сама. Лисик, давай, ты же взрослая. О, армия индюков пришла. О, олень недоволен. Спать мешает. Да, устроили здесь кормежку. Мне кажется, ему плохо. Какие у них реснички. Давайте я вам поближе кустик подвину. Кушайте, кушайте. Пойдем, добрая душа. Также тут есть скунс, но я боюсь, в жару его найти будет невозможно. Что ты там увидела? Я не знаю, чего ты испугался. Это может ящерица. Ай-яй-яй-яй-яй, ящерица, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, тут не может быть ящерица, ящерица бы он же съел. Ты что, скунсы не едят? А кого они едят? Да я знаю, не ящерица. Ну, где-то там в этом домике живет скунс. А вон ослик. 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 Что-то ест. Лишня. Ослик, привет. Хвостатый ослик. На солнцепеке стоит. Кушает травку. Ну, наверное, вокруг он уже все съел. Вот ослик. Я ослика нашел поближе. Маленький, хороший ослик, да. Откормленный. Хороший ослик. Да, мухи заели маленького. Вон какой, смотрите, какой хороший откормленный ослик. Заели его мухи. Маленькому жарко. Вот такой вот ослик. Все, пошел. Сбежал от мух.
Молодец. Вот там внутри лежит лисичка. Ей очень жалко. В общем, спряталась там себе лисичка, лежит, спит. Вон носик только торчит. Вот такая вот красивая лисичка. Ну, не знаю, насколько, конечно, красивая. Пойдем дальше. А тут ко мне прибежали какие-то непонятные бурундучки. Смотрите, с какими хвостиками. Ну, какие-то носоройки. А так похож на медведя, если на носик не смотреть. Ты крошку енота пропустил, пап. Хищник. Ой, енотик пришел. Он какой-то маленький здесь. Там еще папа и мама. Он боится. Слышишь, фырчит, да. Видишь, боится. Вон мама, не ётиха. Где мама ее? Вон мама. Там мама, думаю, спряталась в домике. Да, вон мама, мама. Вот такой вот маленький. Мама! Маленький енотик. Да. Камера очень страшная. Мне кажется, он в атаку готовится. Видите, фурчит. Фыркает. Тоже. Фыркает. А смотри, как кошка изогнулся. Холка какой, встала. Какой страшный у тебя телефон. Холка встала. Маленький еще просто. Да, хороший. Не телевизионная личность. И убежал в домик. Сейчас заберется повыше, наверное. Сейчас полез. Спрятался. А эти добрались? О, ползет. А, сейчас хищник. Пойдем. Молодый. Кисик, нельзя туда камни кидать. Видишь, петушок сейчас как начнет ругаться. Видишь, у него какой гребешок, бородка. К нам опять прибежали. Топай, Хавай. К нам опять прибежали эти носатырки. Кисик, нельзя подходить. Вот он может укусить. Потому что видишь, какой носик? Они любят эти. Ой, как полез по дереву. Как обезьянка. О, нюхает. Где там выход? Выход еще не открыли? У меня билет на выход. О, и полез по сетке. Прикольно, что это все в саду находится. На открытом пространстве. Наверное, они все кайфуют, все животные. О, ну все, пора кукарекать. 5:06. Так, чувак, у тебя все сбилось. 15 минут. На 15 минут отстаешь. Вот маленькие козлята. Козлик, да, такой козленыш. Папа, еще спят. Покачай, и петухи. Карлик. Хохлан, хохладский бантам. Нет. И олени. Он какие рога у него. Олени тут тоже. Пойдемте дальше. За всей этой красотой не заметил, что здесь мы ходили вдоль персикового сада, мини-персикового сада. Вот, такая мини-деревня. Вот, рвать, наверное, нельзя, будут ругаться. Ну, в общем, вот это все, это персики. О, наш хищник спустился сверху, вон он. Вылез. Не понял, кто это там, что это там хотели непонятные. Куда это они ушли? Ну, пойдемте дальше, не будем ему мешать. Вот. Вот она, кошка-охотница, которая поймала только что какую-то птичку, унесла ее в норку. Видимо, съела ее. И теперь лежит. Да, воробья поймала, смотрите. Нет, тут воробей лежит. Она его ковыряет потихоньку. Я даже не знаю, стоит спасать, не стоит. Зачем? Она хищник, она поймала. Вон, видишь, вот там вот воробей еще живой. А это цесарки или? Нет, на цесарок не. Кисик, нам же мороженое в машине надо есть. Мы сейчас туда пойдем, вот там выход. О, баран увидел, что мы за ним смотрим.
А вон там хвостиком, хвостик видно пони. Пони спряталась, кушать пошла. Сейчас время ужина у птичек, видимо. А вот это я никогда не видел. Смотрите, а вот так складываются страусы. Я никогда не знал, что у них лапы складываются вперед. Вот, смотрите, как у него лапы складываются, как будто ему ноги сломали. То есть у них складываются лапы не как у людей. Ой, кто несется, мам? Баран. В домик пошел. Я думал, он к нам. А он в домик убежал. А видишь, какой большой! Это страус. Он может укусить вот так. А мы туда не будем подходить. Мы не будем подходить к страусу. Видишь, он лапки чистит. Я, помнишь стишок? Я страусенок молодой, задиристый. Какой-то там. А вот красивые павлины еще. А видно, что здесь они все поободраны. В том году мы приезжали, было много с длинными перьями красивых. А сейчас, может быть, сезон у них. Ты не видел там валечки, сколько перьев? А не забывай, что они еще в сезон, это, как его, случки, как это называется, я забыл. Они же спаривание, они же дерутся, и поэтому могут тоже перья выдирать друг у друга. Один мужик и сколько куриц сидит. Ну вот два мужика. А вон там она сама с собой. Не, вон тоже есть один. Пернатый. Да, вон у того много перьев. Курицы и курицы, мне кажется. А этот пытается, вот смотрите, какой-то мини-страус. С большой попой. Пытается поесть травку. Галинка, хочешь страусиное перо? Я посчитала, что перья в доме нельзя держать. Это плохая примета, так же, как и искусственные цветы. Это по фэншую очень плохо. А вот это, смотри, какие большие. Да, африканские эмы. Грациозно, потопал. Смотрите, модель пошла. А эти крылья где-то в другом месте спрятаны. В попе. Вот этот черный, я знаю точно, он африканский. Вон там написано, африканский шраус. Найгаляма, птица света. Важные такие здоровенные тушки. Ну, там яйца еще где-то продают. А там 15 лев стоит яйцо. А в этом щелёна. Где слон? Вон щелёна. Нет, это страус. Это большой страус, кисюнечка, тоже. О, смотрите, крадется. Видишь, крадется. Они все пугаются твоего телефона. Крадется. Я лучше отойду. Подкрался незаметно. Очень незаметно. Не, ну он как персик, помнишь, это походка. А мне кажется, он просто перья распушил. Нет, нет, он морду опустил. Вот видишь? Здравствуй. Отойди. А, фигу не достанешь, не достанешь. Галинка, ну не надо. Ну чего ты? Я не ссу, я знаю, что как они кусаются. Твоя эта тряпочка. Думаешь, он перелетит? Нет, я думаю, он клюнет. Ну и что, клюнет? Сетка какая. Ну. Ну, может, он металл любит кушать. Ну, что ты. Пойди. В Москве тоже есть страусиная ферма. Пойдем, хватит снимать. Ну, мы же сейчас в Болгарии, а не в Москве. И вот еще павлины, 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 павлины. О, вот с таким белым хохолком. Будем, будем. Павлин, мавлин. Вот, Яринка. Вот здесь, мне кажется, у них точно либо бои было, либо линка. Видишь, они там что-то разбираются. Там разве павлин был? Нет. Там эмы был.
А здесь у них массовая чистка. Все. А вот здесь вот армия утят. Они решили настоящих утят завести? Они здесь прячутся. А вот это беленький, мне кажется, от солнышка. Тут, мне кажется, гусь. Вон, видишь, вон гусь. Вижу. И вон еще. Клюв у него вниз загнут. Он, смотрите, как спрятался. Прям курица на сетке. В общем, вот такая вот ферма. В принципе, посмотреть достаточно интересно. Вот. Ну, у меня уже нету, все. А, убрать. На выходе нас провожает вот такая вот собачка. В общем, вот такая вот, такое путешествие в павлинью ферму. Приезжайте.